приехала в итальянский магазин, я его вам как-то уже показывала, кое-что купить. Ну вот я купила помидоры, купила такую колбаску. Там еще мне нарезают еще один вид колбаски. И вот пока они там очень долго ее нарезают, сказали, отправили меня попить кофе. Посмотрите, какая красота в кафе. Вы видели? Это бесподобный ресторан. Ну, здесь кафе, а там дальше есть ресторан. Мне очень нравится, как он стилизован. И еще здесь есть такая птичка. Когда мы приходим с детьми, они очень любят. Очень любят. Здесь ее немного подоставать. Смотрите, как красиво выполнено все. Такая люстра. Очень вкусно. В этом году у нас было путешествие по Италии. Я очень полюбила итальянские продукты. Особенно рикотту, сыр, моцареллу. Вот, пожалуйста, такое пирожное. И кофе. Все, буду наслаждаться. Снимаем? Привет, друзья! У нас субботнее утро. Ну, уже не утро, уже у нас 12 часов. Мы сегодня готовим курицу. Мы решили запечь курицу в духовке. И я хочу поделиться тем, что мы будем делать. Итак, мы сделали вот такой вот соус. Нарезали чеснока. Добавили туда оливкового масла, соль, перец. Берем и вот так вот курочку натираем. Натираем. Вот это все. Придется немножко руками даже ее вот так вот, чтобы она была у нас вся промазана маслом. Чтобы она была золотистого цвета. Так вот. Делаем все. Делаем. И вот так вот. Угу. Так, потом мы нарезали кинзы. Вот, берем и натираем. Можно ее внутрь еще туда запихать. И тоже натираем. Запах, аромат очень-очень свежий, весенний. И натираем так вот. Оставляем курицу на несколько часов. Ну, часик достаточно, можно два, смотря как. Кому нравится, чтобы она пропиталась маслом хорошенечко, запахом травы, кинзы, чесночком. А потом отправим ее в духовку. Туда-туда. Все. На гарнир мы приготовили картошку. Ну, еще не приготовили, будем готовить. Значит, мы делаем такой вот маринад для картошки. Лимон, оливковое масло, мелко нарезанный чеснок, кинза. Добавляем лук, помидорки, перец, морковь. Все крупно режем. Картошку режем. Вот так. Видели лепестка? Оставляем ее замариноваться на часик. Потом высыпаем на противень. И все это в духовку. Богато. Вот предложение. Посмотрите, как красиво. Золотые ложечки. Олень.
Олень стоит 1500. Вот наши малыши. Очень красивые. Так, это, по-моему, тоже для салфеток. Очень красивые, только 199. Еще для салфеток. Ох, сколько их здесь, посмотрите. Различных. Олени. Сколько они стоят? 299 крон. Ох ты, красота. Смотрите, такие элегантные. Да? С жемчугом. 229 крон. Бесподобная красота. О боже, какая красота! Я как будто впервые сама все вижу. Но многое впервые, честно. 159. Так, а это что такое? Подсвечники. А нет, это просто... Так. Друзья, я не знаю, что это такое. Если есть какие-то варианты, пишите нам. Посмотрите, какая красота. Да. Аля, бутылочку вот так. Опля. Пожалуй, Новый год один из самых красивых праздников. Столько предложений, как можно красиво декорировать стол. Посмотрите, даже статую поставили в середину стола. Столько предложений, разных вариантов. Красивых. Идем дальше смотреть. Посмотрите. Очень красивая птичка. Такая. У меня тоже птички есть. Я покупаю себе каждый год в этом магазине. В прошлом году тоже брала. У них будут скидки. 50-70%. И можно эти игрушки купить, в принципе, по неплохим предложениям. Вот такой 199. На распродаже он будет к вам, ну, 40, там, 50 стоит. Так вот. Такие шарики. Красота. Подсвечники тоже. Красивые очень. Посмотрите, какие красивые цветы. У нас недалеко от Праги есть Карловы Вары. В Карловых Варах, если кто-то когда-то будет, там есть дом, ну, как бы Санта-Клауса, так, наверное, назвать можно. И там очень много игрушек и убранств, всего. Мы там были, я не знаю, если получится, то обещать не буду. Съездим, покажу. Там очень красиво все. Вон она я. Всем привет. Идем дальше. Так, выглядит магазин. Пишите нам, друзья, кому что понравилось. Пишите, что бы хотели посмотреть. Stockholm love.
Привет! Не знаю, сохранился предыдущий кусок или нет. Всем привет! Сейчас покажу, как я делала эти бантики. Элементарно, просто, доступно. Особенно, если кто никогда с таким никогда не сталкивался, ничего подобного не делал. Ребята, я вам сейчас вселю уверенность в себя, вы сможете это сделать. Это просто как дважды два. Для этого вам потребуется крафтовая бумага, либо любая другая. Как говорится, мыслим шире, фантазируем, придумываем. У меня крафтовая бумага, я ее специально не покупала, просто как-то однажды мы заказывали из Икеи товары, которые нам пришли запакованные вот в такую бумагу. Хочу сразу заранее извиниться, если вы слышите вот эти посторонние шумы на заднем фоне, которые я прекрасно слышу, полагаю, что вы тоже, извиняюсь, это строечка у нас, ремонтик идет. Поэтому такие звуки, ничего с этим поделать не могу ребят выгнать, извините, поэтому. Приступим. Значит так, лист крафтовой бумаги можно взять от пакета крафтового, блин, вообще от чего угодно, я не знаю. У нас, я действительно, это простая упаковочная бумага из Икеи. Лист приблизительно равный размеру формата А4, конечно, зависит от того, какой бантик по размеру вы хотите. Важный момент. Неплохо, если он будет помят заранее. Это даст вам возможность легче, проще работать с этими вещами. Будем делать сперва вот такой бантик. Делается просто, потребуется горячий клей. Нет у вас, если горячего клея, используйте любой другой клей, который для вас доступен. ПВА, там, я не знаю, клей-карандаш, возможно. Только я не уверена, что клей-карандаш сможет вот этот вот удержать поясок, ну не знаю, посмотрим. Давайте начнем. Потребуются еще нитки, ножницы. Ну, и сейчас увидите, походу, что пригодится. Короче, можно же ответить, он с такими большими дефектами, ничего страшного, я буду использовать. Вырезал не идеально, но я к этому не стремилась. Значит, делайте следующим образом. Отрезаете кусочек ниточки. И начинаем. Я складываю бумажку вот таким образом. Поворачиваю сюда и делаю зажим посерединке. Вот у нас получился бантик. Сейчас этот бантик я свяжу при помощи ниточки, он должен быть зафиксирован. Вот смотрите, сейчас, когда я держу бантик вот таким образом, да, хорошо видно, что тут торчат какие-то концы, которые не очень-то красиво смотрятся. Мы их аккуратненько подрежем. Оп. Уберем аккуратненько все лишнее. Вот уже с этой стороны он выглядит значительно лучше. Сейчас поступим точно так же с другой стороны. У меня есть игрушки, которые я делала на большую иголку, я вам потом покажу. Тоже они были сделаны, в общем-то, из ничего, выглядит очень эффектно. Распушили, чтобы бантик получился таким объемным. Ну, если вам хочется, если вам хочется объемным, можете его оставить необъемным. Вот я сделаю такой, да? Для того, чтобы сделать вот эту юбочку, которая будет держать, бантик и закрывать линию, где мы его собрали, я буду использовать нарезанную полосочку из обычного пакетика. Это обычный крафтовый пакетик, вот такой. Я их иногда по случаю покупаю, потому что иногда, ну, знаете, что-то, допустим... Ну, короче, не буду объяснять причины. Покупаю иногда по всяким причинам их. Вот это я обрежу. И я вырежу просто полосочку из этого пакетика. Не хочу сейчас ничего мудрить, долго придумывать. Я показываю, как я делала свои. Свои бантики я делала таким же образом. Если у вас нету... Ну, то есть можно вырезать из такого же куска крафтовой бумаги. Это вообще не проблема. Бери да делай. Я просто решила сделать по-другому. Вырезаем вот такой поясочек. Здесь он будет у нас сейчас приклеен на горячий клей. Мы закроем его. Оп. Все. И вот здесь у нас будет лицевая часть. Тут будет задняя часть. Вот видите, да? И вот такой бантик. Можно уже на этом остановиться. На мой вкус он смотрится уже очень хорошо. Можно придумать, как оформить вот эту вот сердцевинку. Или можно ее вовсе не оформлять. На мой взгляд, он смотрится уже неплохо. Но у меня была такая возможность. У меня были вот такие вот бусики, которые, я не помню, кто-то нам подарил. Может быть, даже мои сестры подарили, троюродные. Наверное, да. Я их одно время носила. Сейчас я их не ношу. Они очень хорошего качества. Кстати, выглядят суперски, да? Они такие прикольные, подзолотистые. Вот. Но в этом году я решила, что я их дополню, ими дополню свои новогодние украшения. И я буду вот такие цепочки разбирать и еще на главную елку тоже повешу.
Значит, мне потребуется, буду делать по этому подобию, поэтому мне потребуется 3 таких колечка. Декор вы можете придумать вообще любой, какой угодно. Ясное дело, что у вас не будет такого, как у меня. Можно сюда приклеить какие-то бусинки. Это будет замечательно. У меня просто ничего такого не было. Я уже залезла просто реально в свои украшения, такие всякие, и думаю, так, что тут можно взять для декора? Я так иногда делаю. Разбираю какие-нибудь старые бусы на бусины и так далее. Ну, вот здесь я нашла вот эти штучки, подумала, хорошо, смогу их использовать. Вот. И сейчас я на горячий клей вот это все приделаю и приклею эти штучки. Все, и бантик мой будет готов. Если вы хотите, то есть у меня... Моя елка не требует того, чтобы на нее что-то подвешивали, то есть ниточки какой-то, да? Если, естественно, ваша вероятнее всего такого будет требовать, возьмите какой-то шнурочек вот такой, да? Ниточку, крафтовый какой-то шнурочек, бечевочки, кусочек, я не знаю, в зависимости от того, что вам милее, как говорится. И просто подклеиваете вот с этой стороны на горячий клей, и у вас будет такая висюлька, и вы сможете легко повесить на елку. Для использования на моей основной елке, вероятнее всего, я приклею такие петельки, потому что у меня там уже ветки у елки совершенно другие. Значит, пока у меня греется клеевой пистолет, пока мой клеевой пистолет греется, я сейчас покажу, как я делала другую игрушку. Точно такой же бантик, но белый в горошек. Смысл в том, что мне нужна была какая-то ткань или что-то, какая-то фактура в горошек, для того, чтобы немножечко это перекликалось с темой, которая нарисована у меня на картине. Елочка стоит под этой картиной, чтобы не было резонанса, чтобы они как-то вместе гармонично смотрелись. Мне захотелось чего-то в горошек добавить. Ну, ничего такого у меня не было. Я подумала, что может быть проще, чем сделать это самой. Я взяла обычный формат А4. Вот он сложен пополам. Я уже половинку формата разрисовала. Обычным маркером я поставила сверху точки, так как мне захотелось. Захотелось бы мне нарисовать там полосочки, я бы нарисовала полосочки. Сейчас, кстати, я попробую нарисовать полосочки. Мне просто любопытно, получится ли у меня это. То есть, видите, у меня половинка такая, горошек. А половинку я сейчас нарисую полосочки. Как смогу. Я как бы не художник. В произвольном каком-то порядке я буду это делать, как мне это кажется симпатичным. Советую вам всегда поступать так же. Как говорит одна моя подружка, Наташа, не парься. Если ты будешь делать, как хочешь ты, по крайней мере, один человек точно будет доволен. Ну, то есть я. Я считаю, это очень мудрая мысль. И всегда, когда мне нужно сделать выбор между чем-то и чем-то, я вспоминаю эту ее фразу. Как правило, мой выбор всегда оказывается верным. Ну, в последующем. Чтобы не страдать и не стонать. Что типа, вот, надо было то, надо было это, а я сделала для тебя. Делай, как хочешь сам. Вот, какие-то сейчас сделаю потолще, потому что... Блин, ну кружки рисовать проще, сразу вам скажу. Тут надо немножко уже, конечно, чуть-чуть аккуратность проявлять. А, кружки как попало. Бом-бом и готово. Мне еще предстоит грандиозная уборка дома. Я думаю, как и всем людям. Блин, народ, я не знаю, короче, как с этим справиться. Я когда думаю об этом... Мне плохеет. Потому что, да, надо, чтобы все было чистенько. У меня не то, что дом грязный. Вы не подумайте, у меня чистый нормальный дом. Просто мне хочется, как некоторые блогеры, которых я смотрю, перекопать все шкафы, навести там идеальный порядок перед Новым годом, чтобы в Новый год войти с идеально чистым домом. И мне еще предстоит грандиознейшая уборка в ванной, которую я делаю раз в полгода. Уже себя мотивирую. Несколько недель на это. Все, все, все. Там вплоть до плитки, которая чуть ли у нас не до потолка идет, нужно будет мыть. И вот, короче говоря. Так что будет у меня еще и такое видео, где я буду убирать весь дом. Ну, не весь дом, наверное. Я буду это делать по комнатам, иначе я просто там слягу. Есть вот люди, фанаты, да, уборки. Смотрю даже некоторых таких блогеров. И они говорят, вот у меня нет помощников никаких, хотя у него там, например, детей много. У меня вообще нет детей. Так и то я бы от помощников не отказалась. Ну, я люблю поддерживать чистоту, а вот наводить, убирать, о, мне это, блин. Нет, я это делаю,
Вот смотивирую себя, и даже могу даже кайфец иногда словить, если правильно себя смотивирую. Такая, все, Наташ, надо, надо, надо. Но, так, ну вот, чтобы сделать такое, чтобы прикольно было. Полоски, наверное, будут смотреться не очень, да? Ну, ладно, я сейчас вот так от балды вообще нарисую. Наверное, это зря. Ой, зря, зря. Я уже вижу, что зря, но ладно, все. Придется смириться. И вот так наискосок пущу такие косые линии. Знаете, короче, какая мне мысль пришла в этот раз? Блин, я, наверное, это все вырежу, весь свой трындеж. Но я поделюсь с вами. Я подумала, почему бы не встретить Новый год в этот раз, типа, в ретро-стиле. В стиле Советского Союза. Ну, я имею в виду, там, на столе продукты. Ладно, все, заканчиваем эту болтовню. Вот, смотрите. Теперь у меня две совершенно разные фактуры. Мне получится два совершенно разных бантика. Я их вырезаю. Так. И теперь это нужно хорошенько помять. Только делайте это аккуратно, потому что иной раз можно так понять, что это у вас. Работайте осторожно. Аккуратненько помяем. И так вот снять нужно будет несколько раз. Это очень важно. Так, я сейчас здесь прекращу съемку, потому что у меня нагрелся уже мой пистолет, и чтобы вы потом не запутались. Итак, мой пистолет нагрелся, и сейчас я буду показывать, как я дальше, как я закончу бантик за финалем. One more time.